Третий форум молодежных театральных коллективов – взмах крыла мероприятия не районного и даже не регионального масштаба. В этом году он может смело претендовать на статус международного, потому что среди его участников – театры не только из разных регионов России, но и из Латвии. Им было непросто приехать. Это русскоговорящие ребята, да, выросшие, в общем-то, в школе с изучением русского языка, как родного. Но они не просто приехали к нам, они привезли нам Гоголя и привезли Марину Цветаеву. Оба спектакля были прекрасны, и они попали в десятку лучших театральных постановок года, поэтому вот в этой неделе они будут это показывать. Мы очень надеемся, что их опыт, их вот этот первый шаг позволит другим странам поучаствовать в нашем форуме. Постановка классических и современных произведений, разные режиссерские взгляды и талантливые актерские работы, яркие костюмы и необычные декорации. Даже на сцене известных московских театров не всегда можно увидеть все сразу. Тем и уникален форум «Взмах крыла». Молодежный форум театральных коллективов – это очень важно, потому что у нас просто очень большая страна, и форумы позволяют людям из разных регионов встречаться между собой, общаться и, собственно говоря, понимать, приходить к какому-то пониманию, где что происходит. Это очень важно, потому что иногда люди просто не имеют возможности в течение всей жизни увидеть каких-то других молодых людей, не только молодых, но в данном случае молодежь из других регионов. Вот этот форум для молодежи значит очень много. Мы сами все вышли из самоделки, да, вот я учился в самодельном коллективе. Потом мне предоставили возможность выступить на профессиональной сцене, потом я поступил в Воронежское хореографическое училище, потом в Московское, потом в Большой театр. Но это все началось с поддержки именно молодняка. Нам дали возможность выступить на профессиональной сцене. А для продюсеров и режиссеров это шанс узнать новые имена, которые однажды украсят столичные афиши. Главный приз форума – возможность показать свой спектакль на сцене Московского молодежного театра Вячеслава Списивцева. Я хотел бы увидеть новые работы, во-первых, интересные, да, и новых, конечно, режиссеров и актеров, потому что я как продюсер хочу видеть новые лица, новых людей. Это вполне естественно. Тех людей, за которыми будущее. Будущее театральное, будущее киношное. В этом году церемония открытия форума прошла в концертном зале «Барвиха Лакшери Вилладж», который высоко ценят профессионалы. Здесь все на высшем уровне – и акустика, и свет, и сцена. На самом деле очень отрадно, что у нас наши учреждения поселений, по идее, маленькие, выросли и так гармонично смотрятся на уровне в этих залах, на профессиональных залах. Это очень отрадно. В течение трех финальных дней форума любители театрального искусства увидят 9 спектаклей, которые члены художественного совета назвали лучшими. А имя лучшего из лучших станет известно 19 февраля. Евгения Августина, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».